первое слово я хотел бы предоставить Ходоковскому Александру Сергеевичу. Да, первый раз приходится с такой трибуны импровизированной вещи. Все по причине того, что у нас сломался генератор, аппаратура не работает. Ну нет, тут без добра, видите, стена наших предков, наших дедов защищает нас даже сейчас. Вот, Александр Александрович немножко не договорил, у нас сегодня тройная кандидата. У нас сегодня еще день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, чей образ мы все носим на рукавных знаках и в наших сердцах. У нас сегодня соединилось все в одно. Наши деды обильно полили своей кровью эту землю, на которой мы сейчас стоим. И наши бойцы нашего подразделения. Так случилось. Спустя практически 70 лет, немного меньше, наоборот, немного больше, полили своей кровью эту высоту. Она далась нам, удержание и защита далась очень дорогой ценой. Те немцы, которые здесь сидели, воевали с нашими дедами, наверное, в меньшинстве своем были фашистами, как и те украинцы, которые воевали с нами тоже. Но их вперед на нас толкала одна и та же сила. Мы воюем не с Украиной, мы воюем не с украинцами, мы воюем с той силой, которая толкала этих людей приходить на нашу землю, убивать нас. Мы воюем с той идеологией, которая не имеет места на этой земле. Наши деды думали, что победили ее 70 лет назад. Сейчас, спустя сколько времени, теперь мы уже вместо них снова боремся с ней же. И, наверное, так будет всегда. Всегда будут силы зла, всегда будут силы добра. Однажды, взяв себе, как путеводитель, святой образ человека, который много веков назад, так же, как и мы, боролся со злом, мы с этого пути не сходим вот уже на протяжении года. Ровно год назад на первый парад 9 мая выехали два синих КАМАЗа с трафаретными надписями «Батальон Восток». Кто давно с нами, те помнят об этом. Ровно год назад люди высыпались из кузовов, встали в три шеренги и огласили центр города автоматными очередями. Ровно год назад люди стояли на площади и, глядя на это, плакали, потому что в этот день разразилась еще одна после одесской трагедии, трагедия Мариуполя. И не было большого праздничного настроения в городе, потому что все чувствовали, как силы зла сгущаются вокруг нас. Вот приехали те, кто с оружием в руках всем заявил и продемонстрировал, у города есть защитники. Вы помните, кто был там на площади, как изменилось настроение людей, как люди стояли, смотрели, плакали, как они подходили к нашим бойцам, жали им руки. С этого начиналась наша армия. Наша коробка молодых ребят, новобранцев, добровольцев, они по возрасту не такие уж и молодые, но они только недавно пришли к нам в подразделение. Тренируются для прохождения на параде. Сейчас на их рукава другие нарукавные знаки. Это эмблема нашего полка, в состав которого мы входим. А если правильнее сказать, который входит в наш состав бригады «Восток». Это очень символично, потому что мы от небольшой группы, уместившейся на двух КАМАЗах, переросли до регулярного подразделения в составе регулярного корпуса народной обороны. За один всего лишь год мы стали полноценной вооруженной армией, которая вот на протяжении всех самых тяжелых для нас сражений дает отпор нашему противнику. Мы не выбирали для себя свою могилу. Так получилось, что в течение обстоятельств наши бойцы, уходя из-под Дмитриевки, закрепились на ней, и мы ее уже не отдавали практически до последнего конца. Последние 6 человек, которые оставались на своей могиле, были закатаны в подвал вот той маленькой кафешки, которая стоит сейчас полностью разрушена. И разведгруппа, которая выходила им навстречу на помощь, пыталась их оттуда вытащить. Мы не знали эту свою могилу. Мы ее не знали. Никто оттуда не ушел.
Самый тяжелый бой, когда 32 человека приняли его на вершине этого кургана, закончился потерей практически всех. На следующее утро, за сутки боя, на вершине осталось всего 3 человека. К ним присоединилось еще потом четверо соседней, более малой высотки. И эти люди, во многом израненные, продолжали бой до вечера, пока им не пришла смена. Их подвиг достоин подвига наших дедов и отцов. То, что сделали эти люди, подтвердило, что дух в нас не иссяк. И то, что мы, находясь в меньшинстве, будучи менее вооруженными, менее подготовленными, а многие уже и списанными в утиль почти что, на пенсионный покой, с тем в руках, что у нас было, дали отпор регулярной армии целой страны, это говорит о том, что знали Бог. И вот этот флаг, который вы принесли, явно это символизирует. До сих пор все ваше подразделение как взяло на себя эту миссию, так и выполняет ее. Мы не торчим в городе, мы не делим ничего между собой, мы стоим на передовой и держим много километров линии фронта. Нас мало, нас не хватает. У нас нет возможности даже производить ротации, некоторые подразделения уже полгода не вылезают со своих позиций. Все помнят короткий, но ёбкий лозунг. Никто, кроме нас. Так было и так будет. Мы выполним до конца свою миссию, как бы тяжело вам ни приходило. Как бы вас ни пинали и ни кололи со стороны, зарплатой, другим отношением, не обращайте никогда на это внимания. Нет никого, кто более бы стойко и мужественно выполнял бы свою воинскую обязанность. Если вдруг где-то у кого-то что-то дрогнет, находясь там, на передовой, закрадется сомнение, гоните его прочь. Запомните, пророка в своей стране не бывает. Но о вас еще напишут книги. Может быть, на груди у вас меньше всего наград, меньше всего крестов, сравните с другими подразделениями. Но поверьте, вспоминать буду больше всего о вас. И ваше имя, и ваше название войдет навечно в историю. И эти люди, которые спустя 70 лет сложили свои головы в 200 метрах от нас, тоже навсегда войдут в историю. И их кровь сплелась той кровью, которую пролили наши деды. Все, что мы делаем, опирается на кровь наших дедов, на их подвиг. Люди, оторвавшиеся ногами от своей истории, как перекати-поле, уходят в никуда под ветром. Мы стоим прочно, потому что мы знаем, на чем мы стоим. Мы знаем, что в нашем сердце вся наша история и все то, что сделали наши предки. А в нашей душе Бог, который всегда будет с нами. То, что мы носим на своих рукавах, это наша путеводная звезда. Всегда, повторю, на протяжении всей истории добро боролось со злом. Ни Украина и ни украинцы наши враги. Снова 70 лет спустя к нам пришла эта беда. И снова мы, как наши деды, выступили против нее. И пусть кто-то говорит, что история не права, пусть кто-то говорит, что ее писали неправильно. Мы в это никогда не поверим. Потому что история, она написана не в книгах. Она написана в сердцах и передается из поколения в поколение. И вырвать ее оттуда никому и никаким образом не удастся. Сейчас 6 число, 3 дня, да, очень значимая для нас дата. Это не просто очередной листок календаря, который будет вырван и перемернут. Сейчас, особенно в этой обстановке, когда люди утрачивают понятие о ценностях, когда их мировоззрение разрушается, особенно важно каждый раз помнить и опираться на те значимые для нас даты, которые создавались героизмом и самопожертвованием наших предков. Я знаю, что каждый из вас, мужики, как бы тяжело ни было, не отступит от того, ради чего он сюда пришел. Один раз, поступив по-мужски, один раз поставив свою жизнь на кон, вы не предадите самих себя. Потому что самое страшное предательство – это предать самих себя. Я знаю, что как бы тяжело ни было, каждый из вас до последней капли крови будет бороться и за эту землю, и за нашу правду. Мы ее никому никогда не навязываем.
но мы ее никогда не предадим. Наши ребята выйдут на площадь 9 числа, и люди, которые соберутся там в великом множестве, увидят их и не узнают. Не узнают, потому что на них не будет отличительных знаков Востока. И это правильно. Это преемственность. Но они уйдут из парадной коробки, снимут то, что у них нашито здесь, и пришьют наши оранжевые эмблемы. Потому что это как икона, которую мы каждый раз носим с собой. И в каком бы ведомстве, в какой бы подчиненности ни находились наши подразделения, мы всегда были и будем одним единым целым. Мы всегда будем Востоком. Потому что всегда в истории все лучшее приходило с Востока. Держите за это. Держите за память наших отцов. И вы никогда не разуверитесь в том, ради чего вы вышли и ради чего вы жертвуете собой. И помните, что как бы тяжело ни было, но вы уже вошли в историю. Не пройдет много времени, как вы будете с удивлением открывать книги из традиции и читать о себе самих, как будто это не про вас. Верьте в это. И пусть наша правда вас вдохновляет в вашей непростой, тяжелой борьбе. Я нисколько не сомневаюсь, то победа будет за нами, как тогда, 70 лет назад, так и сейчас. И пусть пройдет не один год, и война длилась не один год. Вторая мировая, как глобальная война с фашизмом, длилась с 1939 года. И нам не стоит надеяться, что мы их победим за год или за полгода, но мы их рано или поздно победим. Ни Украину, ни украинцев. А то, что их толкает сюда к нам и заставляет их делать то, что они делают. Сегодня я озвучу решение, которое мы приняли на совете общественной организации Патриотической силы Донбасса. Мы будем изо всех сил стараться все семьи погибших оплатить помощью в виде хотя бы небольшой посильной для нас пенсии. Все должны знать, что все наши товарищи, которые будут ранены, станут инвалидами, калеками, все всегда получат всю помощь, какую только мы способны оказать. И мы не оставим семьи наших бойцов без помощи. Пока дышим, пока живем, пока действуем. Я хочу всех поздравить с сегодняшним днем и в преддверии 9 мая из годовщины образования подразделения. Первый раз мы празднуем официальную дату, и пусть она станет тоже историей, тоже станет определенным для вас красным числом в календаре. Каждый раз, когда вы будете открывать этот календарь, специально берите красную ручку или фломастер и обводите ее красной. Никто на государственном уровне ее не сделает дату. Вы сами ее сделаете. Это ваша память, это ваш подвиг и ваш труд. Всех поздравляю, мужики. Держитесь. Сейчас, по окончании выступления, будут вручены награды ребятам за оборону Старомогилы. Будут нашим павшим товарищам поднесены цветы, венки, богослужебные молели. Я прошу вас, несмотря на холод, добудьте до конца, почтите памятью наших погибших товарищей. А сейчас я попрошу минутой молчания почтить память всех, кто погиб не только на этой высоте, и не только на этой войне, но на всех войнах за правду, свободу и жизнь.